Есть у меня одна история. Будет время, обязательно расскажу. Итак, ребят, кто готов в ринг? Папа, есть? Итак, давай пообщаемся. Костя Молдаван. Когда? Сколько раз уже на старте? Первый раз. Рассчитываешь победить? Ну, естественно, да, ведь как зовут? Сколько весишь? Костя, 72. 28. Чем занимаешься? Стройкой. Стройкой? Сам себе строишь или вообще всем? Сам себе, но где просто? А, ништяк, что строишь? Нормально. На правах рекламы, дорогие друзья, номер телефона говори. Да не, шучу. Этот, что еще хотел спросить? Что нам стрелку привела? Да что-то завязки все. Что-то завязки бьют? Это ты приехал за вялу, ну типа, то есть такой, типа, я сейчас тут... Не, ладно, позже выскочить. Ништяк, друзья, давайте поаплодируем. Задержал обидно Костину, приехал защищать честь Завьялова. Больше шума! Хорош, хорош. Гога, как дела? Сколько лет, сколько весишь? 20 лет, 72 лет. Чем занимаешься? Йопом. Каким? Боксом. Кто сейчас? Боксом, понятно, работаешь? Что работаешь? На адвокате работаю, мясом. Что делаешь? На адвокате работаю, мясом. А, мясо, все понял, хорошо. Прозвище есть какое? Просто Гога, хорошо. Скромный Гога. Давайте поаплодируем, пошумим, дорогие друзья! Пойдем на середину. Соблюдаем правила. Слушаем мои команды. Останавливаемся по первому требованию. Пожали руки. Покажите красивый бой, ребята. Ого! Да успеете еще. Боец готов? Боец готов? Бой! Пошумим, друзья, добавим громкости! Ух ты, ух ты! Шуму, шуму, шуму! Шуму-шуму, бой продолжается, друзья, поаплодируем бойцам. Поехали! Аквин Вуд, вот это королева леса? Оу-е! Королева дерева? Понятно, понятно. Друзья, шуму-шуму-шуму, поддерживаем бойцов, поддерживаем, шумим! Подсечку! Правой ногой подсечку ставь, да! Давай, работаем! Ничего себе! Активнее, ребята, активнее, ну!
Все, стоп, встали в стойку. Дорогие друзья, аплодисменты, бой продолжается. Закрой глаза. Боец готов? Боец готов? Бой! Шуму, 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 друзья! Больше! Все, активнее, ребята, поехали! Работаем, мы оба пришли! Работаем! Я не отработаю. Ура! Отвечает тоже. На полу! Рука вам устала, шевели! О! О, давай, ну, Женя! Давай, дави! Дави его! Дави! Дави! О, война, я сошел, война, война! Давай, защиту не защиту вырежу! Защита где? Руки подними, защиту! Война, что он сам? О, хорошо! Давай, давай! Ой, я пропал. Защита активнее. Поаплодируем, поаплодируем, пошумим. Бойцы на середину. В этом бою побеждает Гога! Аплодисменты! Еще один бой, это реванши, да, будут? Это будет реванши. Ребята уже бились в эти бои. Они бились. То есть вот так же, да? Шахматист и скалолаз. Шахматист и скалолаз. Так, пойдем, молдаван, пойдем, пойдем. Ну что ты, родной, что не хватило-то? Сначала что-то. Ну ты начал вообще как ниндзя, просто вообще заскочил. Кия, кия, я думаю, все, вообще боевик сейчас снимать будем. Ладно, давай в следующий раз приходи. 200 рублей стат тот магните, кстати, у нас Queen Wood, королева дерева. Вот есть замечательные красавицы, девчонки, поднимите руки, помашите, помашите. Поаплодируем, поаплодируем, Queen Wood! Призы, подарки. Вы по дереву режете или не только? Дерево и мох? Все вообще? Отлично, замечательно. Так, аплодисменты, Гоги, как самочувствие? Привет, передашка моя. Спасибо, Бог, Самен. Меня, пожалуйста, привезли сюда, чтобы свой проводить. Откуда привезли? От дома, короче. От дома привезли, хорошо. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Итак, дарим тебе кубок, дарим грамоту, дарим скидку 50%. Студию красоты Стат Тот. Стас Тот. Я выговорил, да? Правильно все сказал? Отлично. Итак, друзья, следующий бой. Михаил Шахматист и Никита Скалолаз. Это реванш. Поаплодируем, пошумим.